Всем привет! В эфире рубрика «Пойте дома» и с вами я, Хохлова Варвара, участница вокальной студии «Мегаполис». Прежде чем начать петь, я покажу вам упражнение на дыхание, которое называется «Собачка». Как же оно выглядит? Оно выглядит следующим образом. При выполнении данного упражнения активно работает диафрагма. Кроме того, вокалист учится быстро вдыхать воздух и быстро его выдыхать. Это очень важно для пения. Ну что, повторим все вместе? Ну, прям как настоящие собачки. Ну что, теперь мы готовы петь. Сегодня я исполню для вас песню Марины Девятовой «Я огонь, ты вода». Надеюсь, что эта песня поднимет вам настроение. Я загрущен, ну а ты рассмеешься по-разному. Все с тобою у нас. Знаю, ко мне все равно. Ты вернешься, хоть мне нелегко. В разлуке сейчас быстро закрутилась. Да не верите, но только все равно. Я огонь, ты вода, где слова, там песня, там где ты, там и я, словно тень и свет. Я огонь, ты вода, но опять мы вместе, там где ты, там и я, хочешь или нет. Ну что ж, это была рубрика «Пойте дома». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, следите за новостями и оставайтесь дома с городским домом культуры национального творчества. С вами была Хохлова Варвара, участница вокальной студии «Мегаполис».